Подводим итоги матча. Денис Коробейников, Сергей Титов. Низ, первый вопрос давай тебе. Хорошее начало матча. Прям здорово все, все было. А потом в процессе так глянул на ваши результаты, понял, что вы больше 4 голов не забиваете. Получается, так в стиле СБР, вот так было хорошо начать, а дальше очень спокойно сыграть по счету. Или это уже соперник начал лучше действовать? Нам спасибо, как команде соперника тоже спасибо. Да слушай, по матчу забили быстро 3, а потом почему-то успокоились. Хотя я там также сидя, да, на скамейке, говорил, забивайте дальше. Там забить еще 5, там 6, 7, 10, пускай будет, там, потому что по игре столько, в принципе, должны быть, да, там, за первые 10 минут, как складывалась игра. Но потом, может, соперник как-то перестроился, наши расслабились, не знаю, поверили, что типа могут сейчас каждую смену выходить, по одному-два гола забивать, и немножко сбавили темп, и, конечно же, вот этот прессинг, который мы вот идем на первых минутах сразу же, почему-то после он перестал работать. У молодых он вообще отключился во второй семерке. Вот, и благодаря ветеранам выиграли только вот за счет этого. Сергей, ну и, соответственно, вопрос по сути такой же. Что случилось с командой в начале? Как-то не вошли в игру, очень много дали сопернику создать, потом вроде и так выровняли, и смотрелись неплохо порой. Но вот, вот это вот начало все и решило. Да, спасибо СБР за игру. Ну, я, наверное, скажу так. У нас каждую игру это элементарные ошибки, да. У нас проблемы с явные с составом. Каждую игру новые люди приезжают, там 50% постоянно меняется. Вот, очень тяжело. На тренировочный процесс приезжают тоже не все. И команда строится, грубо говоря, только вот на этих играх. Соответственно, все голы, которые мы пропускаем, как будто бы, ну, безволие какое-то. Нужно в такие моменты проявлять характер. И правильно тренер у нас говорит, если не получается играть в футбол, да, там как-то забивать голы, создавать что-то, то нужно просто добавлять в характере, в желании. За счет этого, я думаю, мы во втором тайме и сыграли там 0-0, да, по-моему. Вот и все. Слушай, ну вот с одной стороны, да, с другой, если повспоминать, сколько в первом тайме тот же Федоров и Шалимов мячей на себя приняли, там и на линии ворот, и в принципе там хорошо блокировали. То есть вроде со стороны не казалось, что желания нет, просто было такое чувство, что соперник, ну, как-то очень грамотно и качественно действует, именно структурно, а вы не понимаете, кто где располагается. А потом, как только поняли, так вроде и тоже структура выстроилась. Ну да, ну вот это все, наверное, и сказывается, потому что тренировочный процесс, если бы мы все одним составом приезжали и на тренировки, и на игры, как я думаю, СБР происходит, у нас бы совсем по-другому все было. И подсказ тот же, а у нас, честно сказать, играют, допустим, парни, они, наверное, не знают, как меня зовут. Вот. И я их там вижу второй раз. Это, конечно, накладывает все. Но Макс, по сравнению с предыдущими играми, сыграл сегодня, ну, не в свой футбол, мне кажется. Он все-таки много борьбы там проигрывал. Вот. Но это не камень в его огород, это просто, ну, вот сегодня, видимо, не его день. И потом у нас были края очень быстрые и резкие. Там Кострома впереди бегал, Брус в центре со мной в паре. Все было заточено на то, чтобы мы играли низом, потому что если мы переходим играть в верховую борьбу, ну, мы все проигрываем абсолютно. К сожалению или к счастью, там СБР этим славится, и у них все получается. Они со своей половины приходят, аут кидают до наших ворот, зарабатывают аут угловой. Мы играем без мяча, и складывается ощущение, как будто нас там волтузит, хотя кардинально-то ничего нет такого. Вот. И плюс, если у нас там угловые ауты, мы тоже не можем там создать ничего, потому что у нас нет игроков очень высоких, которые бы там один-два момента могли бы выиграть головой. Денис, вопрос по поводу такого некого обновления, которое у СБР случилось. Как раз поговорили перед игрой с Виктором Егоровым. Он сказал, что так неплохо вот молодежь влилась. Насколько, на твой взгляд, все-таки это действительно процесс удачный или все-таки еще пока притираетесь? Потому что понятно, что когда обновление идет, все-таки многое зависит скорее от тех ветеранов, которые принимают молодых, и как они вот их встраивают, как они готовы с ними играть. Да, молодые мы в прошлом сезоне, да, еще начали их там подпускать, да, где-то уже начали они играть, и уже к этому сезону, после зимнего чемпионата, там их хорошо наиграли, и уже пошла вот эта именно игра, та, которую вот и тренер хочет, да, и, в принципе, мы должны так играть, вот, и мне кажется, они очень хорошо зашли сейчас, и за счет их
физики, 20 лет пацанам, они могут бегать там эти 60 минут без остановки, ветераны где-то уже поспокойнее сзади, да, играют, а молодые впереди под прессинг все идут, поэтому на данный момент команда, кажется, очень хороший футбол показывает. Меньше стали, конечно, вот все равно вот эти забросы где-то есть, но того же Рангача, Андрюхи сейчас нету, да, на который Витал Константин, но он по-другому играет, он же не борется там наверху где-то на втором этаже. Все равно, поэтому за счет скорости, за счет прессинга мы играем сейчас. Ну, вот по поводу забросов Букштана, это, конечно, такое, ну, настоящее такое тайное орудие. Предположи, много ли голевых будет благодаря этим аутам в сезоне? Да слушай, все зависит же опять-таки, да, как он кинет, но дальше уже, если будут расположения, будут установку выполнять те нападающие, которые должны зону закрыть, да, перед этим каждую игру, каждый матч, тренировка, это разбирается, это делается, потому что в формате 8 на 8 много решают стандарты. Как ни крути, можешь катать мяч, все что угодно делать, но до ворот можешь не дойти, а угловые аут здесь маленький формат, поменьше, чем до 11 на 11, поэтому тут это очень как грозное оружие может считаться во всех команды. Какие бы команды ни рассказывали, что там СБР играет вперед, только нападение, только все, они также применяют такие же тактики. У многих есть столбы уже 8 на 8, они также на них играют, также ауты кидают, поэтому это, как называется, может быть смертельным оружием в этом в турнире, и много голов можно с этого забивать. Сергей, ну и вопрос по поводу результата. Понятно, что 5 матчей, 0 очков. Это начинает иногда порой на команду, которая в такой ситуации оказывается, поддавливать. Люди начинают, ну, как-то переживать. Уже соперники отрываются, уже начинаешь так думать о не самом, может быть, лучшем сезоне. Вот не наступил ли этот Рубикон? Или уже где-то, не знаю, может быть, нужно сходить всем вместе куда-нибудь там пообедать, куда-то выехать, какой-то, не знаю, тимбилдинг провести, познакомиться со всеми, чтобы все знали, как зовут Сергея. Да, возможно, да, я согласен. Ну, лично у меня после игры с МТЛом вообще, хотя я в целом стараюсь на всех играх, какая бы это ни была игра по значимости, выкладываться, но после МТЛа, ну, я сегодня не должен был играть. Все опять же свалилось, то, что состав еле-еле наскребли. Вот. А так, я согласен, нужно команду сплочать, нужно где-то куда-то выехать, тем более сейчас такая погода, на природу, пообщаться. Я в мини-футболе с этим сталкивался. За счет этого команда действительно, может быть, где-то начинает уже биться не только за себя, а друг за друга. Вот. И я думаю, что нам этого конкретно и не хватает на протяжении всей игры. Моментами, да, есть какие-то проблески. А так надо всю игру биться. И при 0-3 я думал, что сейчас опять будет там 0-5, 0-8. И уйдем с большой охапкой. Но проявили характер хоть какой-то. И за это спасибо парням. Поэтому идем, готовимся к следующему матчу. И когда-то эта серия плохая закончится, я в этом уверен. И будет все отлично у нас. Спасибо.